Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy S23 FE. И сейчас я покажу вам, как установить уровень заряда батареи в процентах. Итак, открываем приложение «Настройки». Далее проходим в раздел «Обслуживание устройства». Здесь выбираем «Сбор батареи». Далее выбираем... Здесь у нас есть «Показать процент зарядки». Если у нас стоит галочка, то мы видим процент. Если ее убрать, то процент исчезает. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.